играю партию на ческом с гроссмейстером. Это Рамиль Хасангатин. И он играет английское начало. Ход Е3 второй сразу же делает. Попробуем D5 здесь поактивней выставиться. Пешка D2 немного отсталая, поэтому она может стать слабостью. Правильно сделал, конечно, гроссмейстер. D4 ход вполне логичный. Избавиться от этой слабости. А я тем временем постараюсь воспользоваться связкой. На ход E5 есть ладья E8. Или даже слон E5. Ну, здесь конь C6. Наверное, постараюсь сейчас залезть на E5. Вот таким образом. И дальше сделать себе полянку на D4. Промежуточный ход, чтобы на неудачное отступление пробить слон C3. Но соперник все видит. Мне нужно искать что-то другое и сыграю конь D7. План перевести коня на E5. То есть конь считается самым лучшим блокером. Я думаю, этот ход вполне логичный. Забрал сюда, что будет делать соперник, не зевает ли он слон F2 просто. По-моему, это зевок грубый. И у меня есть шанс остаться с лишней фигурой. Так, слон C7. Как здесь лучше играть? Мне хочется сходить слон E5. На тактике произвести сразу много разменов. Мне кажется, это лучшее решение в этой позиции, позволяющее мне просто разгрузиться и убрать из-под связки коня d3. Да, сдался соперник, повезло, воспользовался его зеленым.